Всех приветствую, с вами Андроид Андроидыч. Играем в игру, которая называется вроде Рерранерс, что-то такое в этом смысле. Мы с вами перемещаемся слева направо и бегаем по различным миссиям. Игра, как вы видите, выполнена в таком прикольном стиле. Мы с вами бежим не только одни, да, но и с кем-то еще. Используем различные полезные штуки. Прикольная игра нарисована, мне понравилась. Собираем тоже различные монетки. И наша основная задача это прибежать первым. Я так уберу. Блин, ай-яй-яй-яй-яй. Как я понимаю, если у меня на башке корона, то значит я вырываюсь вперед и могу победить. Отлично. А я уже прошел три испытания. Это третье испытание. Вот первое, второе и третье испытание. Игра на английском языке, кстати. Так, что-то нам напишут. Там пишут, пишут, пишут. Окей. Так, что это такое у нас? Так, а здесь что-то непонятно. А, кто-то меня, короче, вести будет. Что это за непонятно? У-у-у, разговаривающая птица, вот прикол-то, а? Да чего у меня все время чешется, а? Что это такое? Блин, я не вижу, тут рожу придется вот так передвинуть. Нажимаем. Ой, что это такое? Показывает какое-то здание. Так, что это за... Ага, сейчас откроется, откроется, как понимаю. Ага, нажимаем. Какие-то... Ага, какой-то уровень, что ли, откроется. Все на английском языке, блин. Так. И чё? Ага, тратится молния, да? Раз, два, один. Погнали! Так. А, на перегонке я с кем-то чуваком бегу. А, нет, их несколько чуваков. Ну, хоть что-то интересное. Я в том смысле, что, ну, бывают раннеры такие, одни и те же, никакой оригинальности. Бежишь, как дурак, там, запаришь. А тут реально очень угарно сделано, очень угарно нарисовано. Ну, как он бежит, красавчик. Специально у меня возможности есть. Блин, которые потихонечку накапливаются. Какие-то непонятные люди стоят. А, ну это, как понимаю, болельщики, которые болеют за меня. Странно, какие-то у них на голове волосы. Вот я и занимаю первое место. Красава я, да? Красава. Что-то приходится постоянно перемещать. Что-то мне эта дурочка пишет, объясняет. Какие-то кристаллики. Так, ладно, ладно, я тебя понял, понял. Не хочу я ни с кем связываться. Так, что тут? Нажимаем опять. Открывается еще один рейс. Ага, я могу прыгать, отталкиваться от стен, короче, и могу запрыгивать выше и выше. Окей, погнали. Так, вещи, вещи используем, да? А, я могу даже, видите, я могу даже улучшить. Но для этого монетки нет у меня, к сожалению, таких монет. Ну что, погнали. Вперед. Да отстаньте от меня. Ой, блин, это, блин, рожа-то моя. Так, опять, опять, опять. Непонятно, с кем я. Ну, это, скорее всего, это... С ботами я играю. Хотя в интернет я подключен к интернету. А здесь непонятно, с кем я. Так, так, погнали, погнали. Можно прыгать, бегать. Странно бежит чувак. Отлично, отлично. Всякие рисунки на стенах, всякие надписи. Ой, что за мужик такой? Да, видно, разработчики что-то накурились, раз таких этих рисуют чуваков. Какая-то башка, какое-то туловище, какие-то монстры, вообще непонятно. Так, мы, кстати, можем с вами прыгать выше и выше. Что-то у нас есть, кстати, магазин. Что такое? А, это различные вещи, которые мы сможем с вами использовать. Окей. Так. Вот, кстати, магазин. Можем одеть нашего персонажа, как хотим, да? Рубашечку или что такое, футболочку. Что-то еще. И это что такое, физиономия, что ли? Да, различный физик, прикол вообще. Все понятно. Так, мы можем... Давай по порядку начнем, что? Различные подсказки возникают. Да пошли, что ждать-то? Но что-то все происходит в одном и том же месте. Я имею в виду обстановка в каком-то здании коричневого цвета. Так, так, так.
Вот круто было бы, если бы можно было живыми игроками играть. Может, можно, фиг поймешь. Я вот в игре еще не разобрался. Я вот какое-то время назад делал топ-3 Android игр. Там была игра про зомби, в которой вы реально сразу, так сказать, гоните живыми игроками, пытаетесь их перегнать. Так, ай-яй-яй. Что-то как-то вообще очень просто. А проходятся все уровни легко и просто. Так, и... Ой, у него опять эти непонятные существа с волосами. И на троне сидит птица, которая, кстати, со мной разговаривала. Очень похожая птичка была. Ой, я что-то открыл новенькое. Я красавчик. Так. И опять что-то пишет мне тут. Нажимаю. Так, древний какой-то ASL. Фиг поймешь, что за ASL. Так, ну погнали, ждать не будем. Пока очень легко получается проходить каждый уровень. Наверное, это специально разработчики так сделали, чтобы, ну, людям было интересно. А потом уже нам придется что-то улучшать, да? Использовать различные дополнительные полезные штуки, чтобы могли перегонять наших соперников. Вот сейчас уже, ой, толпа, так. Тихо. Стоять, чуваки. Ох, девчонка меня перегнала, вот в натуре тупо. Давай. Стоять. Давай, я первый, отлично. Я это сделал. Отлично, красавчики. Так, что-то мы еще можем улучшать. Майнес. Непонятно, что такое майнес. Угу, что-то у меня тут. Опять что-то мне эта дурочка Снегурочка пишет. О, смотрите, что такое. Хилти. Вот сейчас, наверное, будет другая обстановка. Я так понимаю. Вот, смотрите, дополнительно скачанного контента. Значит, доступ в интернет, думаю, мне кажется, нужен в любом случае. Я так предполагаю. О, наконец-то другая обстановка. Так. А вот, смотрите, новая какая-то вещь есть. О, денег не хватает. Он тут что-то торговать. Вам погнали. О, наконец-то где-то в лесу бегу. Так, где там? Ай-яй-яй, лоханулся. Пока все время был первый, а вот тут, я думаю, я всосу, так сказать, всосу на всю катушку. Давай, беги, чувачок, в очочках. В очочках, давай. Вперед. Эге. Все, меня сделали, я думаю. Пальмы всякие. Прикольно рисованы, как будто реально какой-то мультфильм, только спрайтовый. То есть, рисовка такая. Ой, что за чувак меня? Все. Я не прибежал первым. Вот я вообще лузер еще тот. Да? Далекое место занял. Ну, такая игра, я скажу, на любителя. Почему она на любителя? Ну, потому что маленько однообразно бегать, прыгать, собирать различные дополнительные бонусы достаточно, ну, нудноватенько. А делать на такую игру полноценный обзор, я думаю, не надо было. Не надо было, я и не сделал, понимаете? Мне кажется, вот такие игры конкретно нужно снимать, такие коротенькие летсплеи, не посвящать им большое количество времени, а просто вперед. А вот теперь я точно прибегу первым. Я красавчик. Нет. Отвлекся маленько и... О, нифига себе, тут попадать не всякие ловушки, смотри-ка. Второе место у меня, к сожалению. Большому сожалению. Так, все, звездочки, окей. Ну, давайте еще несколько миссий побегаю. Вы уже решаете сами играть в данную игру, не играть. Сейчас повторюсь, игра на любителя. Подожди, а тут... Ага. То есть надо брать определенное количество звездочек, чтобы наш персонаж мог участвовать в других уровнях. Непонятно. Столько народу. А, вот еще, видите, уровень есть определенного персонажа. Птички поют. Сколько их там, а? Бежим.
Давай, 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 братан, беги, братан. Беги, 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 беги. Ух ты, фига себе, прыгающие, что такое, грибы или что такое? Типа батута. А что за фигня? Нет. А, отталкивается, точно, есть же специально у меня способность. Так, прыгать нельзя, на это прыгать. Отлично, отлично. Занял, наверное, последнее место. Стопудово. Пятое место. Вот мне позор. Дальше проходить все сложнее и сложнее приходится, понимаете? Так, давайте что-нибудь нажмем. Что такое? Непонятно, что это фигня. Непонятно, что это фигня. Если я уже вбегал, я что-то... Фиг поймешь. Ладно, побежали в любом случае. Давай, 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 братан, беги, красавчик. Нифига себе, там ломится. Чубибрил. Чудилы. Новые слова придумаю, да? Чубибрил. Не могу выиграть даже. Чудилы? Нет, не чудилы. Так, 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 ага, нет, чувак, я буду первым. Я буду первым, я знаю. Я знаю, я верю. Давай, давай, беги, чувак, давай, что их силы? Yes, наконец-то занял первое место, ну. Непонятно, что я такое там выбрал. Отлично, я красавчик, красавчик, одним словом. Не знаю, что я там нажал. А где это закрылось? А, арена. Вот давайте последний уровень прокатаемся, погоняем. Ну, могу в общем впечатление об игре сказать. Такой необычный раннер с двухмерной графикой, с всякими рисованными прикольными штуками. Собираем различные монетки и пытаемся вырваться вперед. Раннер неплохой, отличается от стандартных раннеров, да, которые уже тесто надоели. Вот, это конкретно прикольно сделана игра, нарисованы фоны очень красиво. То есть что-то необычное. Если хотите сыграть что-то необычное, то я эту игру обязательно вам посоветую. Ой, я, наверное, последнее место займу. Нет, не последнее. Но мне кажется, многих может отпугнуть вот этот вот наркоманский стиль, который разработчики сделали. Поэтому, думаю, на этом закончим. Вот, ставьте лайки, а с вами был Андроид Андроидыч, всем пока.